Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Чувашии получило собственное знамя. Торжественная церемония прошла в Театре оперы и балета. Указ президента России Владимира Путина о вручении знамени зачитал начальник управления режима Федеральной службы исполнения наказаний, кстати, уроженец Чувашии. Поздравляя земляков, он отметил: символично, что такая реликвия вручается в год 70-летия Великой Победы. Знамя, вручаемое сегодня, является символом возрождения славных традиций, завещанных нашими отцами и дедами, старшими товарищами, именно теми ветеранами, благодаря которым мы сегодня имеем возможность совершенствовать и развивать потенциал уголовно-исполнительной системы государства. Для каждого человека в погонах знамя священно. Проводится демонстрация знамени Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской республике. Знамя всегда было и остается символом чести и доблести, беззаветного служения Родине, готовности трудиться для ее блага и защищать, если будет нужно, напомнил начальник управления Александр Робота. В том, что оно теперь будет храниться в Чебоксарах, огромная заслуга нескольких поколений бойцов и офицеров внутренней службы. И вот этот фундамент, который был заложен, конечно, он передался, и мы, наш коллектив, в наше время получаем эту большой символ, эту большую награду. Поздравляя сотрудников службы, временно исполняющей обязанности главы Чувашии, Михаил Игнатьев отметил: вручение знамени свидетельствует о признании заслуг и вклада в обеспечение правопорядка. Сегодняшний праздник – хороший повод для того, чтобы отдать вам дань уважения за верность избранному делу, ответственное служение и высокий профессионализм. Спасибо вам за то, что стоите на страже законности и правопорядка. За то, что благодаря вам мы продолжаем ощущать себя в безопасности. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.